Здравствуйте, дорогие мои. Вот сегодня трам-пам-пам, трам-пам-пам, начинаем деребам. Раздербаним эту колоночку, ребят, и поставим туда вот такой вот динамичек временно, да? Ну и посмотрим, как звучит. В принципе, это от сабвуфера, динамик китайский. Я уже, наверное, его показывал. А, вот видите, здесь штрих-код какой стоит. Что-то не фокусируешься. Вот такой симпатичный, красивый динамик. Сейчас я его попробую перевернуть чуть-чуть. Тяжелый он. 200 ватт, видите, медбас. Вот. 6 Ом. Да? Здесь вот такая вот у нас штука. Китайская. И мы его поставим, ребят. Вместо этого этот будем ремонтировать. Потому что, смотрите, видите, что происходит у нас. У всех техниксов начинают тут сыпаться вот эти вот подвесики со временем. Вот. Они дубеют немножко и отрываются. Видите? И вот этот тоже динамичек, он рабочий. А подвесик надо менять будет. Я заказал сейчас на Алиэкспрессе два подвесика. Вышло это в районе 100 рублей, две штучки. Ну, будем ждать, ну, недели 2-3. И потом сделаем видосик про ремонт. Ну, сейчас мы вскроем эту колоночку. Для вскрытия что нам здесь потребуется? Ребят, вытащить вот эти заглушечки резиновые. Отвернуть винтики. Потом винтики на этих 4 штучки. И вытащить. Вот такой вот у нас сегодня несложненький ремонтик по замене динамика. Сняли мы вот этот как бы кожух пластиковый, отвинтив винтики. И вот что мы здесь видим, ребят. В принципе, динамички вот эти высокочастотный, такой среднечасточник. И вот этот сломанный наш динамик. Да? Давайте сейчас ими измерим все его диаметры, чтобы кто там будет заказывать, тоже, в принципе, пригодится информация. Видите, по диаметру он 17. 17. Значит, расстояние пенки так называемой. Вот я вот смотрю, 16, 155 миллиметров по диаметру. Значит, пенка заканчивается, вот начинается сам конус динамика. Здесь вот я смотрю, 12, да, 120. Ну и плюс там запасик на приклейку, да. Вот, в общем, примерно такого, вот такие размеры, ребят. Вот видите, по центру 12. То есть от этого края до сюда 12. И сама толщина, если так, если может быть, сама толщина подвесика вот от этой части где-то порядка 19 миллиметров. Вот. Ну, начинаем сейчас вот эти винтики откручивать, внимание, динамика заменять. Вот, видите, модель номер Т17ПЛО7Д6. CHN D247C9. Вот такой вот он динамик. Но мощность здесь не написано нигде, ребят. Вот колонки сами сделаны в Малайзии. Сам музыкальный центр 780-й, блоки все сделаны в Японии. Вот, дорогие мои, ремонтик у нас по замене динамика на китайский произошла. Сейчас посмотрим, как он играет. Просто ласка, нам по трубе кончики мои.
Шоколадный заяц, я ласковый заяц, я плачу на сердце. Я шоколадный заяц, и дичай заяц, я дай на сердце. Я шоколадный заяц, я ласковый. Ну вот, ребят, окончательное испытание мы сделаем, наверное, в следующем видеоролике. Если кому интересно, смотрите. До скорой встречи, до свидания.